Вот. Пришла, говорит, на кухню, а тут вот курица досталась, да. Курица нам досталась. Хорошо при кухне жить, да? А, нам сейчас будут вместе с этой, с этим бройлером, то, что возят. Теперь еще эту яичную. У них бройлера не хватает, которая жесткая, знаешь, это самое. Которые яйца несет. Не сушки. Не сушки. Они их забивают, да, периодически. Старые мудрые не сушки. И они теперь с бройлером будут еще и не сушку нам отгружать. Почему они забивают, если не хватает? Бройлеров, не хватает. Да. Мы оплачиваем больше, чем у них есть. И они нам будут добавлять не сушку. Но она жесткая такая. Может, им и лучше. Хреново. Мясо пожестче. Да, покрепче. Я говорил бы, ну ее хер определишь, они будут ее мешать. Где она? Не, не, отдельно. Коробки будут, а может даже подписаны. Отдельно, конечно. Да нет, они, я думал, по глазам не перепутать. Не, ну они по-другому, да. Петухов у тебя посмотри.